Уже в это воскресенье завершает свои гастроли в Славянске на Кубани первое передвижное шоу байкальских нерп. Нерпы – удивительные животные, близкие родственники тюленей, которые обитают только в чистых пресных водах озера Байкал. Свои умения нерпы показывают славянцам уже вторую неделю, и интерес к ним не угасает. График выступлений нерпинария в Славянске очень напряженный. В день коллектив дает до 6 представлений. Отбоя от желающих прикоснуться к фауне Байкала нет. И это неудивительно, ведь другого шанса посмотреть на этих уникальных животных многим может не представиться. Нерпы обитают исключительно в чистейших водах самого большого озера России, которое расположено в Иркутской области. Чтобы доехать от Славянска до Байкала, нужно преодолеть более 9000 километров. И многие жители Кубани впервые слышат о таком животном, путая их с родственниками, обитающими в соленых водах морей. Я захотела посмотреть на морских, как их называют, на морских котиков. И с классом меня класс пригласил. Нерпа для коренных жителей Байкала всегда была промысловым животным. Человек использовал в основном ее ценный жир. В середине 20 века люди заинтересовались мехом этого млекопитающего. К концу прошлого столетия популяция нерпы на Байкале значительно сократилась, но сегодня она вновь вернулась на прежние цифры. По официальным данным, сейчас озеро населяет более 120 тысяч особей. А промысел разрешен только коренным жителям эвенкам. Именно у охотников сотрудниками нерпинария и были выкуплены сегодняшние артисты. Мы были на Байкале, там есть эвенки, им отлов нерп разрешен, то есть на промысел. Мы как раз решили забрать их себе, были на Байкале. Ну так мысль в голову пришла, нужно делать шоу из этого. И шоу получилось отличное. Гостей в нем подкупает то, что животные находятся на расстоянии вытянутой руки. Казалось бы, протяни ладонь и погладь, но делать это запрещено. За безопасностью представления пристально следит тренер нерпинария. А еще, попав на шоу, любой может стать счастливым обладателем картины, написанной талантливым животным. Говорят, что картины авторства зверей благоприятно влияют на людей, и их очень полезно вешать на самое видное место. А что с картиной-то сделаете? Повесим в классе на память, она у нас будет висеть на стенде. Память от вашего байкальских нерпов. Я думаю, отдельный урок какой-то подготовите про нерп? Конечно, проведем, еще раз расскажем, может быть, еще придем к вам. Посещение шоу байкальских нерп – это не просто развлечение. Глядя на ловкость животных, дети получают попутно много информации об одних из самых интересных обитателей живой природы России. Я узнала, что они с возрастом они весят все больше и больше. И сейчас вот эти байкалы, им 4 года, и они весят 50 кило. Новые знания, подарки, а главное – невероятный заряд позитива выносят с мероприятия посетители нерпинария. И мне понравилось, как они тоже рисовали и прыгали, и танцевали. Мне нравится, как они рисуют. Мне нравится, как они прыгают, брызгаются. У вас еще есть шанс самим увидеть уникальное шоу байкальских нерп. В Славянске на Кубани нерпинарий пробудет до 21 октября. Все интересующие вопросы по работе нерпинария можно узнать в кассе или по телефону 8 938 550 3070. Мария Климова, Игорь Иванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».